Павел, ну сегодня мы увидели такой вязкий хоккей, который, наверное, немного был неинтересен болельщикам, но тем не менее команды играли результат. Насколько сложно было преодолевать оборону «Адмирала»? Ну да, сегодня была такая игра, сложилась, может, после игр в новом году, которые мы провели, потратили достаточно сил, сегодня сыграли на результат, сыграли вот обороны больше, забили свой момент, и еще несколько не забили, но получилось, как получилось. На что обращали внимание во втором перерыве, потому что ну, мало действительно моментов было, особенно во втором периоде, когда соперник перебросал вас. Да, второй период вышли чуть не готовы, но получилось хорошо, что не пропустили. Там были моменты и в конце второго периода, когда могли завести пустые ворота. Надо было сыграть правильно, перевести зону соперника и больше играть там, чем в своей зоне. Ну, «Адмирал» является конкурентом «Салавата» по турнирной таблице, след за следом идете друг за другом. Вот насколько важно было сегодня сыграть именно на 2 очка? Ну, можно сказать, 4 очка игра шла, поэтому сыграли мне неплохо. Ну, следующий матч против «Металлурга». Опять-таки, топ-соперник, можно сказать, в 23-м году практически только с топом не играете. Вот это, может быть, дополнительный настрой вам добавляет или же... Это просто идет как череда таких матчей один с другим уже. С «Магнитами» недавно играли, поэтому уже все изучили полностью, что они нас, что мы их. Поэтому будет тяжелый матч, они захотят выиграть, мы нам надо тоже. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Чем сможете удивить соперника на этот раз? Вязкость. Я не знаю, но надо будет играть, как мы играли у них. Мы хорошо сыграли у них, надо придерживаться этой игры.